большому счету у вас, если порядочность, конечно, должна быть как в Европе, то не должны. Давай выйдем. Он вот уже спускается. Все, да. Да. Сейчас вот так вот. Не, ну ты хоть слазы, ты слабый. Да пожалуйста. Ну да, хребет ломанет сразу с такой высоты. Да пизда, блядь. Да какие хребет, он бьется нахуй. Ты глянь, там высота, блин. 6 метров. Да эти 6. 2 этажа, блядь. 6 и просто там трещи, блядь. 10. Ну там на коньку там здесь. А, да. Ну да, вот на коньку. Ну я ж по коньку. Не, а если оттуда то не бать. Очень так надо. Не, ну оттуда он-то еще будет у него сопротивление, пока там поплывет, там, знаешь, так там уже. Знаешь, а вот то уже будет чистое падение. Там будет пизда. Они, они легкие, они еще сухарики, они весом легко им. Да ладно, хватит. Да ладно, что ты, блядь. Хватит. Какого расстояния? Ну, оно же не ледяное. Да слава богу. Экстремалы, блядь. Там, блядь, такие же сухожилия. Да, такие же, да. Такие же. Есть вода, все нормально? Вода, да, есть. Ну це влада така, блядь. За овоці, хуєво, всі місті. Обородіть же я забейте. Трехминутне відео. Ох ти, бать. Все хорошо. Я сейчас тоже пойду.